Примерно 190 тысяч человек по всей стране подписали контракт о прохождении военной службы с начала этого года. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Напомню, в регионе по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы с 800 тысяч рублей до миллиона. Ну, во-первых, много там моих братьев, родных, близких. Ну, это наша родина. Если кто-то там будет другой стоять, угроза будет нам, нашим мирным жителям. Надо защитить наших родных, близких. Ну и вообще, как бы, уже устал смотреть, как бы, ну, что долго затянулась эта война. Надо, как бы, помочь всем встать. Как бы есть вера в президента, говорит, победим, значит, победим.